По зову своего беспокойного сердца решили стать депутатами эти молодые славянцы. Они представляют своих избирателей, прежде всего молодежь, в советах всех уровней и защищают их интересы. Постепенно молодые депутаты нарабатывают необходимый опыт, который помогает им решать насущные проблемы земляков. Народные избранники, как еще называют наших депутатов, это активные, целеустремленные люди. Они хорошо учатся, успешно работают, воспитывают своих детей и вместе с тем занимаются общественной работой, связанной с исполнением ими своих депутатских обязанностей. Став депутатами, они понимают, что взяли на себя ответственность, и обязанностей у них немало, впрочем, как и прав для реализации задуманного. На общем собрании Совета молодых депутатов глава Славянского района Роман Синеговский рассказал собравшимся о социально-экономическом развитии района. Благодаря слаженной работе всех ветвей власти укрепляется экономика, что дает возможность улучшать социальную сферу. Благодаря успешному развитию экономики и грамотно-бюджетной политике в районе тяжело строятся новые социальные объекты. Возможно, все вы знаете, вот несколько дней назад мы ввели в эксплуатацию в центре единоборств на территории нашего стадиона. Завершаются работы, если это благоустройство, завершаются работы по благоустройству нашей набережной, порядка 200 миллионов рублей. Я считаю, что это вот, мы сейчас сидели, даже обсуждали с коллегами. Это серьезный проект, который требовал серьезной работы. И вот на сегодняшний день мы завершаем эту работу. Строится спортивный комплекс в станице Петровской, тоже на следующий год. На сегодняшний день 95% работы уже выполнено. На следующий год мы планируем его вести. Параллельно построили Петровской площадку ГТУ. Открыты новые детские площадки в хуторе Барониковском и спортивная площадка в поселке Совхозном. Благоустроен парк в хуторе Коржевском. Отремонтировано здание в 5-й школе. И это еще далеко не все, что сделано за год в муниципалитете. Депутаты стараются участвовать во всех начинаниях. Совет молодых депутатов Славянского района стал настоящей кузницей управленческих кадров. Через эту школу молодых политиков прошло немало славян. Совет помогает депутатскому корпусу нарабатывать опыт, участвует в полезных мероприятиях и делает добрые дела. Председатель Совета молодых депутатов муниципалитета Никифор Волков выступил с отчетом о проделанной работе за 10 месяцев 2022 года. Жители Славянского района обращались с вопросами ремонта дорог в поселениях, наведения санитарного порядка по косу травы, спилу деревьев, оказание транспортных услуг, строительства и ремонта детских и спортивных площадок. И они успешно решались совместно с администрациями поселения. Данное направление – одно из важных деятельностей депутатов. Мы являемся проводником между жителями и органами исполнительной власти. Поэтому необходимо регулярно проводить приемы граждан, участвовать в решении их вопросов. В течение отчетного периода молодые депутаты Совета активно принимали участие в работе комитетов Совета молодых депутатов Краснодарского края, обсуждали формирование индикативных планов социально-экономического развития поселений, доходные и расходные части местных бюджетов, организации имущественных и земельных отношений. Успешно реализуется главная цель Совета – передавать молодым депутатам знания и опыт, оказывать консультационную и методологическую помощь. Управление по делам молодежи Славянского района работает в тесном контакте с молодыми депутатами. С молодыми депутатами очень активно взаимодействуем по направлению добровольчества. Здесь хочется отметить, что у нас проводится множество благотворительных акций, экологических акций. И Никифор Александрович уже рассказывал о том, что мы совместно ликвидировали последствия снежных заносов, которые у нас были в январе. В одной связке действуют молодые депутаты с представителями городского и сельских поселений. И это дает свои результаты. Не только занимаются профессиональной деятельностью, они еще занимают активную жизненную позицию в воспитании молодежи, доводят до слоев населения, с которыми работают, значит, политическую составляющую. Благоустройством занимаются, поддерживают все, будем говорить, планы. И я скажу, что депутатский корпус молодых депутатов, он очень сильный.
Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский сказал, обращаясь к участникам мероприятия, что они нужны району, необходимо брать на себя ответственность и решать проблемы жителей. Депутат отличается от просто молодого одиночного человека тем, что в его руках у нас принять решение. Самое главное, что в наших обязанностях написано, это бюджет и бюджет. Второе – это расходование бюджета, распределение и так далее. Чтобы было что расходовать, значит, бюджет нужно положить. Чтобы положить, нужно заработать. А как заработать? Вот мы должны понимать, а где у нас те точки роста. Каждый из вас не посторонний, не просто порассуждать. Вам люди дали власть в руки и говорят, идите, садитесь, решайте. Проблемы, темы, идеи, аккумулируйте и так далее. И так далее. Вы – наша власть. Я бы просил над этим задуматься. На пост председателя Совета молодых депутатов была предложена кандидатура Алексея Литвиненко. Он имеет опыт работы депутатом Совета Маевского сельского поселения и относится к этой работе серьезно. Он и был избран председателем Совета. Они хотят помогать другим людям, хотят что-то делать для своего поселения, района, страны. Поэтому депутаты дают определенные возможности для реализации этих желаний человека. И многие люди, которые просят о помощи, приходят на приемы, какие-то вопросы, которые возникают, нам действительно легче их решать, потому что мы можем пойти напрямую к главе поселения, если нужно, даже к главе района. Я знаю, что к нам всегда прислушиваются. У нас в районе очень хорошо налажена связь с администрацией, с руководством района. Вот. И мы вопросы эти поднимаем. Заместителем председателя Совета молодых депутатов стала председатель Совета депутатов Анастасиевского сельского поселения Галина Лубашева. В завершении отчетно-выборного собрания обсудили план работы на 2023 год. Будут проводиться обучающие мероприятия для молодых депутатов, вестись приемы граждан, запланировано участие в благотворительных акциях для нуждающихся в помощи, в том числе для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Подводя итоги серьезного разговора, Виктор Чернявский призвал молодых депутатов вести разъяснительную работу с жителями. Ведь у нас есть о чем хорошем рассказать, есть реальные достижения. Мы должны слышать людей, реагировать на те вопросы, которые люди ставят. Для этого у нас есть возможность открывать двери кабинетов, заходить не только, когда человек записался, да? Заходить, решать. Поэтому есть исполнительный орган власти, он занимается каждый день той деятельностью непосредственно по руководству, по решению вопроса местного значения. А есть люди, которые построили вот занятий и своя работа и так далее. Но поскольку вы депутаты, то вы должны понимать, чем сегодня живут люди, что их тревожит, решение доводить до населения. Участники мероприятия смогли почерпнуть в этот день немало интересного. Самое главное, им нравится работать с жителями. Изучив их проблемы, они стараются прийти на помощь славянцам. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».